Российская Федерация проголосовала в поддержку подготовленного США и Эквадором проекта резолюции Совета Безопасности о продлении на год в неизменном виде мандата многонациональной миссии по содействию безопасности Гаити. Единогласным принятием резолюции Совет направляет сигнал поддержки усилий Кении и других стран-поставщиков контингентов по стабилизации тяжелого положения в Гаити. С момента начала развертывания МСБГ прошло только 3 месяца, и мы рассчитываем, что именно в течение действия нового мандата миссии удастся расширить свое присутствие и добиться поставленных задач по противодействию организованному криминалу в стране. Пока этого не произойдет, считаем преждевременным планировать какие-либо трансформации международного присутствия. Ясно, что победить преступность исключительно силовыми методами невозможно. Необходимы решительные и безотлагательные меры по пресечению контрабанды, наводнившего Гаити американского оружия. Важно также обеспечить внутриполитическую стабилизацию страны и ее возвращение на конституционный путь путем дальнейшего продвижения широкого диалога и проведения президентских выборов. Исходим из того, что Совету следует уделять приоритетное внимание решению именно этих двух задач. Благодарю вас.